Приехали на пляж, который называется Маунт Болдли. Он вот здесь, но сюда подниматься нельзя, поэтому мы должны идти через такую дорогу, через лес. Короче, мы сейчас идем на пляж. Здесь есть один пляж, который называется Маунт Болдли. И через него надо идти через вот этот дорога с песком. И неудобно идти по песку наверх, но зато там такой вид и очень красивый пляж. Я надеюсь тем, что надо подниматься через вот весь этот путь, что меньше людей, потому что, ну, американцы ленивые. Вот. Хорошо, здесь деревья такие высокие. И тенек не так страшно. And the tent, whatever else you got. О, подожди, я должна сфоткать. Да. Почему он людям не нравится? Потому что он такой вот. И потом в него бег надо обратно подниматься, ты знаешь. Мы не упадем? Ну вот сюда трейл вот так вот идет. Люди катаются на яхтах. Очень красиво. Приехали на пляж, уже покупались. Вообще соседей никого нет, потому что к пляжу идти очень трудно, и многим неохота, поэтому пляж пустой. Парковок было много, пляж пустой, у нас вообще соседей нету. Мы одни купаемся, одни здесь сидим. Не знаю, просто класс. Такое красивое место, так спокойно. Вот реально здесь можно отдыхать. Все, покупались, поотдыхали, едем домой. Ух, классное место, приятная погода. Сейчас обещают, что через послезавтра температура упадет на 23 градуса. Я не думаю, что можно будет купаться, потому что озеро достаточно холодное. Но мне сейчас хорошо, но если будет 23 градуса, то температура упадет, воздух, все дела, и будет, ну, наверное, неприятно. Но на пляж всегда можно идти гулять с собачкой, просто по берегу пляжа так говорят. Вот. Так что, да, устала, голодная, едем домой.
И мои наблюдения. Здесь еда дороже, кстати. Ну, это я это и знала, потому что мы за год жили, но просто я сейчас опять в очередной раз сравниваю. Я взяла мои эти oranges, это как на русском? Апельсины. В Walmart. И у нас в Walmart такая же упаковка стоит 6 долларов, 5 чего-то там, кажется, а здесь было почти 8, то есть 7,95. Ну, небольшая разница, все равно разница есть. То есть продукты не так же стоят. Также бензин здесь на 30 центов дороже. У нас в основном 1,99, 1,89. А здесь я везде видела, о, дождик, 2,33 стоит. 2,33 часто, да, там 2,30, 2,33, вот. Так что здесь дороже много чего. И здесь очень этот городок, я не знаю, может, это связано с коронавирусом, но тогда он был какой-то стрёмный, сейчас он еще стремнее. Мы только пошли заправлять машину, уже кто-то начал приставать с какой-то бомж, чтобы мы деньги дали. Потом на перекрёстке кто-то стоял, деньги просил. И очень много стрёмных людей ходят пешком, там, где пешком ходить нельзя. И очень много здесь тоже плохих машин я заметила. Вот именно вот плохие старые тоже. Дома много, какие-то там такие тоже старые. И видно, что денег на ремонт, наверное, нет. Или тратиться не хотят на ремонт. Ну, есть разница с тем, что где мы живем, как там город устроен, как там все выглядит, какие там люди, и здесь. Это вообще какой-то, не знаю, другой мир.